Всем мое почтение, друзья. И сегодня 5 июня 2022 года. Утро для киевлян не совсем доброе, а вернее не сильно хорошее. А именно то, что российские войска обстреляли один из районов города Киева, нанесли удар по железнодорожной, так сказать, инфраструктуре, как заявил Виталий Кличко, мэр города Киева. Ну что, я так и предполагал, что будут наносить удары по железнодорожным, так сказать, путепроводам этим. Многие говорили, вот, ты нагнетаешь, там нагнетаешь. А то, что будут уничтожать железную дорогу, чтобы оружие, которое поставляется западными партнерами, не могло добраться, так сказать, до передовой. Слава Богу, говорят, что кто-то... Есть один раненый, хоть убитых нету, но и тот раненый, неизвестно, как он раненый. Какое его качество жизни будет после этого ранения. Тяжело ли он раненый, легко, непонятно. Дай Бог, чтобы он поправился и тому подобное. Бо все говорят, вот там столько-то убитых и там столько-то раненых. На раненых не так смотрят. А человек может быть раненый фактически как убитый, прикованный всю оставшуюся жизнь к постели. Я хотел бы пожелать этому человеку, да и всем нам, чтобы Господь Бог нам помогал в эти тяжелые дни. Я считаю, что усиление этих обстрелов ракетных по железнодорожной инфраструктуре будет усиливаться и усиливаться. Это мое такое мнение. До новых встреч, друзья, и слава Украине!